теперь немного расскажем о системе подвязки. Смотрите, система подвязки растению нужна для того, чтобы, сами понимаете, подвязать. Вот, например, у нас высокая теплица, да? Мы в основном применяем этот трос. Минус, конечно, у него. Видите, он со временем под полиэтиленом ржаветь начинает, но это почему-то не на всех. Где-то он как новый, видите? Хотя монтировался в один день монтаж. Это теплица 4-й год. Здесь как новый. Здесь, видите, немножко подржаветь начал желтеть. Но это не суть главное, он свою функцию несет. Система подвязки состоит из каких элементов? Это пластина, саморез, талорэп. Идем дальше, зажим. С другой стороны идем, смотрим. Карабин и даже зажим. Трос 2х3 в полиэтилене. У многих, кто натягивает вот так трос просто, да? Просто трос, он у вас под тяжестью вашего урожая прогибается. Для этого, если есть возможность, то делаем вот такие вот скобочки. Видите? На каждой арке. Если нет этой возможности, если, например, у вас трос вот здесь, да, натянуть, или вот здесь, например, вот здесь сверху, я его протянул по аркам. То есть он, видите, опирается на арки, на арках лежит. Все здесь отлично. Но многие, например, просят сделать пониже, например. Тогда он получается весь вот так, вот, например, на этой грядке, да? Давайте отойдем, покажу. Сделать пониже первый ряд. Что для этого тогда надо? Натягивается трос, да? И под каждой аркой делается такая же скобка и делается кусочек троса, также на хомуте, поддерживающий трос. То есть как карки. И так под каждой аркой. И тогда у вас будет трос как струна, и он не будет вот так провисать по тяжестью вашего урожая. Вот. Дальше, как подвязывать? Вот у нас многие говорят легенду, высоченная там высокая. Но вы же хотите высокую теплицу, правильно? Чтобы у вас все росло и высокорослые растения росли. Для этого и предназначена высокая теплица, правильно? Что мы рекомендуем? Я, например, вот в этой теплице, если видите, мы что делаем? Каждый год, ну, у нас есть возможность типа бинтов. Мадополам, мы его рвем на тряпочки длинные и привязываем сюда. А в этом году я сделал, сейчас найду, может быть, просто покупаем бечевку в Леруа, она там 100-метровые идут бечевочки. Вот, вот смотрите, вот такая, да. Но это уже как бы мы в основном сжигаем ее и делаем петлю. Ну, сейчас не покажу вам, потому что одна рука занята, да, которой можно регулировать высоту. В общем, одной рукой неудобно, но там ничего сложного. Там делается петля, вот, и вы ее регулируете выше-ниже. И эту веревочки я сразу же к рассаду посадили и над ними приготовил. Все, один раз, то есть весной. Кто-то оставляет, кто-то делает из вот такой проволоки еще есть. Вот такая тоже еще продается, подвязочная. Ее можно протереть, там обработать, чтобы на следующий год использовать. Такая проволочка. Еще некоторые делают из этого же троса, потому что его обработать потом просто тряпкой, дезинфицирующим раствором обмыли. И на конце делается хомут. Вот. Поэтому вот такая, видите, система подвязки в каждом отделении. Над этой грядкой, но я вам скажу, даже над узкой грядкой из практики одной нитки мало, потому что мы их садим зигзагом, и они сходятся в одну нитку. Сейчас вот здесь вот, здесь сделал, не делал, здесь тоже по одной. Вот. И приходится они прям так, так, в общем, лучше по две. Но каждая грядка, как бы вы ни думали, лучше натягивать по две струны. По два троса. Это будет самый оптимальный вариант. Ну вот, легко можно это весь материал, трос, зажимы, карабины, талрэпы, пластины, все это можно в любом крепежном магазине купить и самим собрать. Все это продается и недорого. Также вы можете у нас заказать комплект, мы отправляем по почте России или наложенным платежом. Ну, в общем, плюс еще доставка. Вот так вот. Всем приятно, всем хорошего дня. Спасибо огромное, что посмотрели. Пишите замечания, комментарии.
мы ответим и примем к сведению. Спасибо огромное. До свидания.